Всем привет! С вами я, Джоупа, и сегодня мы будем играть в игру Слендермен. Это такой человек, 3 метра, который любит похищать детей и живет в лесу. Ну, это все миф. Я так думаю. Я проверю его. Будет уже страшно. Не страшно. Ну, давай, чтобы разрушить страшно. Я скину игру, ссылку на игру в описании. Если вы хотите пощекотать себе нервишки, то можете скачать и поиграть тоже. Хотя многие, кто играл, ну, может быть, еще поиграть. Вот, у нас заставочка Слендер. Я ни разу Слендер не играл, просто первый раз. Я слышу, что надо найти 8 записок. Если хотите... Зачем ты вообще приехал? Как и все вешаны. Надоело уже. Еще когда, короче, я знаю то, что вот, собрать 8 записок, ой. И когда он вас найдет, там какие-то помехи будут. Я точно знаю. Потому что я уже видео смотрел, как он играет. Вот, смотрите. Я нашел записку. Help me. Как подбирать? Ау. На правую кнопку мыши. Налево подбирать. На правую фонарик. Мне уже страшно. Беги, дура! Быстрей! Не подлагивает. Надо было качество немного пониже, все это надо. Жесть, как лагает. Я же не хочу больше. Что это было? Ну где ты, какаха, блин, серая? Достал ты уже. Псих бешеный. Смотри, я пошел пописать в туалет. Мне так лагает, вот я сейчас обернусь, и он уже так сзади и такой. Ребят, уже больше не хочу играть с ним. Ну, погладил уже. Но в туалет заходить не буду, потому что он может быть и там. Где ты, бешеный? Ой, не показалось, что там за бошками слава. Я знаю, что надо искать записки, но они еще просто не очень страшные. Зачем я вообще в туалет хожу, если он сейчас сюда придет? Давайте просто к стенке встану и отверну. Видите, как текстурки жестко прогружаются? О, вот так реально встану. Меня убьет? Ну ты псих. Давай! Все, есть! Победа! Все, стоим. Я думаю, тоже услышал. Какая смерть. Я услышал. Не, уж отвернусь. Ох, ладно, блин. Где ты, блин, говнюк нафиг? Ну ты где? Мне с тобой поиграть интересно. Чего ты устаешь? Давай, беги. Мне не беси. Ну сейчас сзади подойдет. Кстати, где он вообще?
Я представляю, когда люди такие играли, например, там, седьмая записочка есть. И он так сзади подходит и... Бах! И все, его прогнали. И он был около восьмой записочки. Он такой, нет, я тебе не дам. И все. И люди проигрывали. Так. Давайте найдем хотя бы вторую записочку. Где он? Жгурил по лесам обидает, ну че какой-то. За собой не. Псих. Ой. У меня сейчас уже игра вылетает. При таких местах, где мало деревьев, не очень много. Что это? Графика такая. 2009-го, конечно. Даже 2007-го. Возьмите мы 2007-го. Пожалуйста. Где ты? Я тебя еще ни разу не видел. Это... Блин. Ты слышал где-то сзади? Где ты, блин, говнюк? Выходи. На честный бой. На лав честный бой. Подожди, подожди. О, нет, тоже другое место. Вот, видите, меня не лагает, потому что здесь графика, текстурок мало грустит. Да где это, блин, Слендермен? Опять около тут улицы, Слендермен, Терден. Еще записочка. Все, убегаем, убегаем, убегаем. Он псих бешеный. Ты дура. Блин. Ой, зря побежал в деревья. В деревья. Беги. Психичка, зачем ты в лес приехала? Чтобы умереть. Вот молодец. Здесь тебе должна быть записка. Может быть, другой шут. Может быть, третья записка. Не страшно. Ну ладно, не держу. О! И там, наверное, должна быть записка. Но я не пойду, мало ли он там. Ой, ой, ой. Нет, нет, это тупик. Ой, тихо! Он где-то близко! Нет, нет, где он? Где он? Блин, помехи были! Он близко, он близко! О-о-о-о-о! Тихо, тихо, тихо! Ой, я в жопу! Ой! Тихо! Ой! Ой. Беги, дура! Чё ты стоишь как псих недоделанный? Блин, я сейчас обосрусь, если он сейчас... Уже это будет такой... Бррррр! И всё. Тихо! Мне кажется, игра пролагалась. В смысле? Да где ты пень? Как он видит-то? Где же дерево? Какого? Да, пошел ты. Я с тобой хотел поговорить, моя мама. А ты меня даже не послушал. Псих бешеный. Вообще такой придурок. Ты какой-то украинец. Где ты? Где ты? Он только что был там. Ой. Фу. Ё-моё. Это знаете? Это... Я его слышу. Я слышу помехи.
Я помехи слышу. Я слышу. Тихо, 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 тихо. Вот он, вот он. Ой, ё-моё, ё-моё. Тихо, тихо, тихо. Иди ты в пень. Волосатый, блин. Пердун нафиг. Лысый. Ты чё, лысый пердун? Давай. Псих бешеный. Ты, блин, собака бешеная серая. Ну чё, давай на честный бой нафиг. Давай, кулаки к кулакам. Нет, 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 нет. Я успел, ребята, ребята, это был жесть. Меня застопил. Ах ты, говно. Меня очень хорошо бросит. Ладно, давай. Нет, 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 нет. Сюда, сюда. Нет, вот здесь. Он на меня смотрит. Что будет, если следить? Он будет подходить? Ну, давайте проверим. Давайте 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, не три. Вон 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ой, иди ты в пень! Ой, что это было? Ну, блин, ну все, он меня нашел. Тихо, тихо, тихо. Блин, я уже чуть не укакался. Это было дерево. А прикол сейчас это. О, не, надевать. Ладно. Что ты мне сделаешь? Давай, давай, псих, псих. Ой. Проиграл! Мой рекорд для записки. Ну что, дорогие друзья, вот такая была игра. Если вы хотите, ну, смотреть больше серий про Слендера, то пишите в комментариях, я хочу Слендера. И вам будет вторая часть. Давайте наберем 2 лайка, и будет новая серия. Всем удачи, всем пока. И ссылочку, еще раз говорю, оставлю в описании. Всем удачи, всем пока.